горячий привет, Боршахзада Койнар Салемнер. Меня зовут Иван Остроумов. В эфире программа «Бергаляп Ираник Батл» – телевикторина по изучению татарского языка. Если вы вдруг смотрите нашу программу впервые, то объясню правила нашей игры. В игре участвуют два игрока, которые на протяжении двух туров переводят слова с русского языка на татарский и наоборот. Тот, кто больше даст правильных ответов и ответит на большее количество вопросов, станет победителем нашей игры. За каждого игрока болеет группа поддержки. Правила первого тура очень просты. Мы переводим слова с татарского языка на русский. На выбор дается 4 темы. У игрока есть возможность выбрать 2 из них. В каждой теме 2 вопроса с вариантами ответов. Задача – дать правильный ответ, заработать 1 балл. Напомню, что участники не могут отвечать на вопросы друг друга. Итак, с правилами игры я вас познакомил. Давайте познакомимся с ее участниками. Сегодня за звание лучшего знатока татарского языка борются Самат и Раяна. У каждого игрока есть свой фан-клуб, своя группа поддержки. Давайте узнаем, с кем они сегодня пришли. Самат, с кем ты сегодня пришел? С Ани. С Ани. А как зовут Ани? Луиза. Луиза будет сегодня поддерживать Самата. Хорошо, Раяна, кто сегодня будет поддерживать тебя? Ати. Ати, Ати, не сменщик. Рустам. Рустам. Рустам, папа будет сегодня поддерживать Раяну. Я надеюсь, что ваша поддержка нам поможет, и мы на все вопросы дадим правильные ответы. Пора начинать. В эфире первый тур программы «Бергаляп Ираник Батл». По правилам нашей игры участников есть право выбора одной из 4 тем. Кто первым будет выбирать? Раяна, Самат. Кто будет первым выбирать? Я. Раяна. Итак, на выбор 4 темы. Озовтылек – продукты, кибетте – в магазине, спорт и шахарда – в городе. Кибет. Кибетте – в магазине. Внимание, первый вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «тошлама» – скидка или продажа? Скидка. Или продажа? Скидка. А продажа как переводится? На татарский язык. Не знаешь. Внимание, правильный ответ. Тошлама – это скидка, а продажа – это сату. Молодец, Раяна, 1 балл тебе. Аплодисменты. Давайте еще раз повторим. Скидка – это тошлама, продажа – это сату. Второй вопрос, Раяна, тебе в этой же теме. Переведи с татарского языка на русский слово «тюлярге». Заплатить или забрать? Заплатить. Или забрать? Заплатить. А как переводится слово «забрать»? Оларга. Оларга. Сейчас мы узнаем, права ли ты. Тулярге – это заплатить, а забрать – это оларга. Молодец, Раяна, еще 1 балл тебе, я тебя поздравляю. Самат, переходим к тебе. Твой ход, давай с тобой выберем одну тему. Озыхтылек – продукты, спорт или шахарде в городе. Какую тему выбираешь? Шахарде. Шахарде в городе. Переведи с татарского языка на русский слово «сауде узяге». Это развлекательный центр или торговый центр? Развлекательный. Развлекательный все-таки, да? Хорошо, я принимаю этот вариант ответа. «Сауде узяге» – это торговый центр, а развлекательный центр – это кунель ощу узяге. Но на самом деле, я тебе по секрету скажу, в торговом центре тоже можно развлекаться. Давайте еще раз повторим. Торговый центр – это сауде узяге, а развлекательный центр – это кунель ощу узяге. Итак, Самат, второй вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «биек йорт» – высокий дом или маленький дом? «Биек йорт». Высокий. Высокий дом. Хорошо. Внимание, правильный ответ. Биек-йорт – это высокий дом, а маленький дом – это кешкене-йорт. Молодец, Самат, давайте его наградим аплодисментами. 1 балл тебе. Итак, Раяна, осталось 2 темы. Спорт или озык-тылык – продукты? Спорт. Выбираем тему спорт. Переведи с татарского языка на русский слово уен. Играть или игра? Игра. А как переводится слово «играть» на татарский язык? Ойнарга. Ойнарга. Интересно. Уен – это игра, а играть – это уйнарга. Молодец, я тебя поздравляю. Давайте еще раз повторим. Уен – это игра, играть – уйнарга. Раяна, ты с папой часто играешь? Да. Во что играете? С мячиком.
С мячиком? Баскетбол? Волейбол? Водное поло? А, вышибалы? Кто кого вышибает? Ты папу? Да, обычно. И я его. Ты папу, и я его. И отлично. Хорошо, второй вопрос тебе в этой же теме. Переведи с татарского языка на русский слово «жиню». Это победа или поражение? Жиню. Ну, жиню, это победа или поражение? Победа. Или поражение? Победа. А поражение как будет? На самом деле, два этих слова очень похожи. Но в данном вопросе ты победила синьжиньдэнг, потому что это правильный ответ. Жиню – это победа, а поражение – это жинэлю. Победа – жиню, поражение – жинэлю. Молодец. Самат, готов? Играем с тобой в тему озыктэлэк – продукты. Переведи с татарского языка слово «ит». Это мясо или колбаса? Мясо. Мясо. Кушаешь мясо? Да. Ит – это на самом деле мясо, а колбаса – это козылык. Не путайте. Козылык любишь? Колбасу. А что больше любишь, мясо или колбасу? Больше мясо. Мясо, а бутерброд с колбасой как же? Каждое утро. Что утром едите, Луиза? Ну, он сам, наверное, скажет, что ты утром что кушаешь. Что ты утром ешь? Маданики всегда утром ем гречневую кашу. Гречневую а кашу? А дома? А дома? Это всегда, у Давани? Всегда овсянку. Овсянку. А знаешь, как будет гречневая каша? Корабодай вот каса. А овсянка, Луиза, как будет? Бызгауза бызгадай ренерга кирапая татартырен. Сулу, да. А овсянка по-татарски будет сулобутхаса. Вот каждое утро самат будет кушать сулобутхаса. Давайте вернемся к нам, к нашим словам. Еще раз, мясо это ит, а колбаса это козылык. Второй вопрос тебе, самат. Переведи с татарского языка на русский слово ипи. Это хлеб или сахар? Хлеб. Хлеб. А как будет сахар? Шикер будет. Сахар, а ипи действительно будет хлеб. Хлеб – это ипи, сахар – шикер. Молодец, Самат, пора подвести итоги нашей игры, а точнее итоги первого тура. Но прежде давайте спросим у наших игроков, как у них впечатление. Самат, какое слово было самым сложным для тебя? Для меня? Да. Никакое. Никакое? Все было легкое. Хорошо, Раяна, тот же самый вопрос. Мне тоже было чуть-чуть легко. Чуть-чуть легко и немного тяжело, да? Да. То есть все в меру. Все в меру. Со счетом 4-3 пока впереди Раяна. Самат, не расстраивайся, потому что в эфире прямо сейчас начнется второй тур нашей программы. Мы начинаем второй тур нашей программы. Правила его очень похожи на первый. Единственное отличие – мы переводим слова с русского языка на татарский. Тот, кто даст правильный ответ, заработает 1 балл. Напомню, что вопросы, точнее, отвечать на вопросы соперников нельзя. Итак, и подсказывать тоже, кстати. Самат, начнем с тебя. Также 4 темы. Выбирай одну. Темы второго тура. Работа – эш. Движение – харакет. Направление – юналиш. Способность – салет. Какую тему выбираешь? Салят. Салят, способность. Играем с тобой. Тему салят, способность. Переведи с русского на татарский слово слушал. Тыңламадым или тыңладым? Тыңладым. Тыңладым. А тыңламадым как переводится? Не слушался. Давайте знаем правильный ответ. Слушал это тыңладым. А тыңламадым это не слушал. Не слушал. Тыңламадым, слушал, тыңладым. Самат, второй вопрос тебе. Переведи с русского языка на татарский слово «не кричал». Не кричал. «Кышкырдым» или «кышкырмадым»? «Кышкырмадым». «Кышкырмадым». А «кышкырдым»? Кричал. Кричал. Часто кричишь? Кричу иногда. Кричу иногда. Ну, все мы кричим иногда. Итак, давай узнаем правильный ответ. Как ты думаешь, правильно ответил? Да. Правильно делаешь. Не кричал – это «кышкырмадым», а кричал – это «кышкырдым». Еще раз. Кышкырмадым не кричал, кышкырдым кричал. Раяна, 3 темы на выбор. Работа эш, движение харакет, направление юналиш. Эш. Эш, работа. Переведи с русского языка на татарский словосочетание «вы поете». Сес жерлысас или без жерлыбас? Без жерлыбас. Без жерлыбас. Уверена? Ае.
Принимаю этот вариант ответа. Безжерлибас – это мы поем. А сезжерлисас – это вы поете. Это, к сожалению, неправильный ответ, но тем не менее ты выучила новое словосочетание. Еще раз, вы поете сезжерлисас, мы поем безжерлибас. Второй вопрос. Переведи с русского языка на татарский словосочетание «он читает». Олар укилар или ул уки? Олар укилар. Точно. Вот смотри, он читает. Олар укилар или ул уки? Ул уки. Ул уки. Точно? Эй. Принимаю вариант ответа. Ул уки. Он читает. А вот олар укилар – это они читают. Они читают. Олар укилар. Он читает. Ул уки. Молодец. Итак, Самат. Две темы тебе на выбор остались. Это движение харекет и направление юнелеш. Выбирай одну. Юнелеш. Направление юнелеш. Переведи с русского на татарский слово «в город». Шахарге или шахарден? В город. Ехать. Приезжать. Шахарге. Шахарге. Да? Хорошо. В город переводится как шахарге. А из города – это шахарден. Еще раз, шахарден. Из города – шахарге, в город. Итак, второй вопрос в этой же теме. Переведи с русского на татарский слово «из леса». Урманда или урманнан? Урманда. Урманда или урманнан? Урманнан. Урманнан. Правильный ответ – урманнан. Это на самом деле «из леса». А урманда – это в лесу. В лесу урманда, из леса урманнан. Молодец, Самат, вот видишь, ничего сложного. Раян, от тебя осталась последняя тема, называется она харакет. Движение. Готово? Угу. Первый вопрос. Как переводится с русского на татарский словосочетание «мы бежим»? Сес шабасас или без шабабас? Без шабабас. Без шабабас, точно. Да? Эй. Хорошо, принимаем вариант ответа «без шабабас». Мы бежим без шабабас, а сес шабасас – это вы бежите. Сес шабасас – вы бежите, без шабабас – мы бежим. Хорошо, продолжаем. Переведи с русского на татарский словосочетание «я танцую». Мин бим, син бийсен. Мин бим. Мин бим. Принимаю вариант ответа. Син бийсен – это ты танцуешь, а мин бим – это я танцую. Я танцую. Мин бим, син бисинг. Ты танцуешь. Ты танцуешь? Иногда. Иногда? Где танцуешь больше? Дома? Дома. Итак, мы правильно ответили на этот вопрос. Раяна зарабатывает 1 балл. И пора подвести итоги нашей игры. Но для того, чтобы сохранить интригу, сначала мы узнаем у наших родителей, как им сегодняшняя игра. Луиза, как тебе сегодняшняя игра? Как ты оцениваешь игру Самата? Ну, я оцениваю... Отлично, игру. Рустам, как ты оцениваешь игру Раяны? Бишлиге бейелим. Файбер жауаплар дали уйланырға жерлік туды, үйленірге кере екен. Бірінші қатнашуы боларақ молодесті бейтен қызыма. Хәм, мұнда сенің де рөл күшілі мұнда. Атмасы бір әйбәт, шәп, қызық, қызым енді қабіләшек қойсен. Қайсы яқта үйленірге. Нәрсе ол бірс, нәрсе ол ұл, олар хам мин. Как всегда, все было легко, все было классно. Это очень здорово. Пора подвести итоги нашей игры. Самат сегодня заработал 7 баллов. А Раяна сегодня заработала тоже 7 баллов. Сегодня победила дружба. Я вас поздравляю, вы большие молодцы. Уважаемые телезрители, если вы хотите выучить слова на татарском языке, то каждую неделю включайте программу «Бергаляп Ираник Баттл». На сегодня все. Мы с вами прощаемся. Ой, шираш канга хадар сау булагас. Пока-пока.